Чебоксарах стартовала всероссийская акция «Окна России». Любой желающий может оформить окна своих домов или офисов флагами, рисунками или надписями с главными символами страны. Цель акции – объединить людей. Жители могут сфотографировать свои работы и выложить их в социальные сети с хэштегами «Окна России», «Я люблю Россию», «Моя Россия». Завершится акция 12 июня.